день, уважаемые коллеги, присутствующие, президиум. Сегодня мы заслушали последний отчет действующего главы Республики Алтай за деятельность правительства. Таким образом, можно подвести итоги работы за 5 лет. По нашему общему мнению, работа правительства в прошлом году, как и в целом за 5 прошлых лет, желала быть лучшего. Как были проблемы с исполнением и реализацией национальных проектов, так они и остались. В прошлом году были сорваны сроки ввода в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Урно-Алтайске и Дома культуры в Сугаше, что в свою очередь существенно повлияло на расходную часть республиканского бюджета. Несмотря на увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета и собственных доходов, на наш взгляд, катастрофически мало средств было предусмотрено на сферу медицины и образования, который вот просто стоит дефицит кадров в связи с низкой заработной платой, отсутствием доступного жилья, отсутствием подъемных для молодых специалистов средств. Рост тарифов на коммунальные расходы, постоянный рост электроэнергии стоимости, высокая закредитованность населения вызвала отток более 10 тысяч местного населения в другие регионы. Ну и, конечно, не можем обойти стороной ситуацию с необеспечением льготными лекарствами на сумму более 300 миллионов льготной категории граждан в 2023 году. Вопиющий случай, когда не хватало средств на обеспечение льготными лекарствами, на полках аптек медицинского учреждения ряд лекарств попросту залеживались. К сожалению, наше предложение о повышении единовременной выплаты участникам специальной военной операции от Республики Алтай правительство Республики оставило без внимания. 2023 год не стал исключением для правительства на коррупционные скандалы. Так, начальник отдела по управлению земельными ресурсами Министерства экономического развития и имущественных отношений был увлечен получением взятки. Говоря о земельных ресурсах, ее распределение на льготных условиях инвесторам, ограниченность выделения участков для местных льготных категорий жителей и, самое главное, отсутствие на них необходимых инженерных сетей, энергоснабжения и водоснабжения являются многие годы одной из претензий к деятельности правительства. К этому стоит добавить полную некомпетентность правительства в решении вопросов с обращением с твердыми бытовыми отходами. Правительство как и в прошлом, так и в предыдущие годы не сумело наладить самое элементарное – своевременный вывоз и переработку мусора. Самое удивительное, что за крайне неудовлетворительную работу никто из должностных лиц правительства не понес ответственности. В сельском хозяйстве ситуация складывается очень непростая. В связи с высокой инфляцией, стоимостью на ГСМ, видимых положительных результатов деятельности правительства в аграрном секторе мы не наблюдаем. Субсидии, как правило, из года в год получают одни и те же крупные хозяйства. Сельхозпродукция как была неконкурентоспособной, таковой она и остается. Особо хочу подчеркнуть, что сельское хозяйство держится исключительно на трудолюбивых людях, простых жителях республики. Но, к сожалению, правительство Республики Алтай создает благоприятные условия для ведения хозяйства не жителям республики, а так называемым инвесторам. Таким примером можно отнести один пример, который выходит за рамки понимания. Так, например, 2500 гектар земли Мухор-Тархатинского сельского поселения, на которых жители испокон веков вели традиционный образ жизни, сегодня могут лишиться этой возможности. Инвестор со статусом регионального значения через судебное решение требует проведения аукциона на продажу 2500 гектар для разведения 20 овцебуков. В лесной отрасли. У жителей Республики Алтай и у предпринимателей сложилась острая проблема с отводом и выпиской древесины, в том числе для индивидуального жилищного строительства и заготовкой дров. Люди недоумевают, почему практически живя в лесу, они лишены возможности заготовить дрова, а ведь у большинства населения печное отопление. Стоимость дров и пиломатериалов в Республике Алтай высокая, выше, чем в соседних регионах,
Машина дров достигает более 30 тысяч рублей. Местные лесоперерабатывающие предприятия простаивают из-за волокиты выписки лесного фонда и, как следствие, отсутствие сырья. Люди, занятые в лесной отрасли, простаивают без работы по 3-4 месяца в год, что негативно отражается на благосостоянии населения и социальной обстановке. Автономные учреждения на грани банкротства. У них нет ни средств, ни сил, чтобы выполнять государственные задания. И как следствие, лесом никто не занимается. А ведь лес – это живой организм. Он и болеет, и стареет. Зато проводятся аукционы по продаже аренде земель лесного фонда, победителями которых становятся кто угодно, но не жители Республики Алтай. Мы последние 5 лет говорим о проблемах лесного хозяйства, лесного бизнеса. Но они не только не решаются, но все больше усугубляются. Некогда доходная отрасль не только не приносит свой вклад в консолидированный бюджет Республики Алтай, а уже совсем умирает. И шагов по ее реанимации мы не видим. Характерной чертой работы председателя правительства, сложившейся за эти годы, стало игнорирование проблем, порой бездействие, неумение правильно воспринимать критику и делать правильные выводы. А самое главное, нежелание и неумение признавать и брать на себя ответственность за собственные ошибки. В завершение хочу сказать, каждый имеет право на ошибку. Но ошибаться с таким постоянством для высшего должностного лица субъекта Российской Федерации – непозволительная роскошь. Вообще не хочу видеть его ни дня. А потому что этот человек разваливает страну. Этот человек, по моему мнению, вообще должен сидеть на скамье подсудимых за преступления свои. Я считаю, что это он нарушил дух Конституции еще в 2012 году, когда пошел в третий раз.